Наши депутаты способны не только отстаивать интересы трудящихся, но и учить подрастающее поколение. Мой коллега, депутат регионального парламента Константин Ткачев, стал участником слета юных корреспондентов Омской области. Встреча прошла в Омской гуманитарной академии, которую в свое время с отличием закончил сам депутат от КПРФ. Теперь послушать профессионального телевизионщика собрались школьники из нескольких районов области. Учащиеся интересовались методами работы оппозиционного журналиста, жизненными интересами Константина Ткачева. Спрашивали про плюсы и минусы деятельности, про взаимосвязь СМИ и простых людей, про научные наработки депутата-коммуниста. Ребята и девушки хотят связать свою жизнь с журналистикой. Мой коллега пригласил всех желающих на экскурсию на телеканал и дал некоторым домашнее задание. Журналистика меня привлекает тем, что журналисты показывают правду народу. И вот эту вот правду хочется в будущем нести со своих слов. Журналист должен писать обо всем, о разных сферах жизни. И журналистика, вообще это, как правило, такое толкование во всем мире и предпочитается, что журналистика выполняет ту же функцию, что и оппозиция. То есть она анализирует действия органов власти. Если необходимо, хвалит. Если нужно, критикует. Это норма.